Яшев Максим Николаевич пришел в тяжелую атлетику в возрасте 10,5 лет. Это было очень и очень давно. Совершенно случайно попал, на самом деле, в этот вид спорта. Мой двоюродный брат пропускал школу и говорил, что я хожу в тяжелую атлетику. Я даже не имел представления, что такое тяжелая атлетика, там, как это выглядит. И мне мои родители, там, бабушка говорит, сходи посмотри, что там за такая тяжелая атлетика, чем там занимается-то вообще. Ну, там что, штанги это себе. Ну вот пришел и уже 20-й год до сих пор занимаюсь. На первых соревнованиях, когда я участвовал, это прошло буквально 3 недели с того момента, как я пришел в тренажерный зал тяжелой атлетики. Вот. И первый тренер, к которому я пришел, это Виктор Кузьмич Толстой. Это служит тренер России, он составил двух братьев Барычков, они были призерами мира по юниорам. Вот. Но он меня передал на первой же тренировке Владимиру Михайловичу Железнову, который в итоге и был моим, на самом деле, первым тренером, который довел меня до уровня чемпиона России по детям, по детскому возрасту. Там я неоднократно их выигрывал. А передал ему по какой причине, потому что он сказал, что этот парень неуправляемый. Я ему говорю делать одно, а он лезет на веса, то есть не слушается. Он говорит, давай, Владимир Михайлович, возьми, пожалуйста, его под свое руководство. Если он не будет слушаться, выгоним его вообще с зала. Ну, я как бы так, конечно, серьезно относился к этому, думаю, почему так это про меня. Но в итоге он мне передал Владимиру Михайловичу, и Владимир Михайлович, может, это и к лучшему получилось, потому что буквально спустя 2,5 года я выиграл свою первую в России в возрасте 12,5, там, около 13 лет, мне 13 лет почти что было. Я вот выиграл первую в России, ну, правда, это небольшим результатом, но тем не менее. А первые мои соревнования были, вот как раз буквально 10 мне лет было, с половиной, вот 3 недели я занимался. И я выступал на первых соревнованиях, я выполнил первый юношеский разряд, заработал на 6 подходов. Правда, тогда детям давали по 4 подхода, то есть я 3 подхода поднял, 4 уронил, и в толчке также. То есть как и в рывке, 3 подхода поднял, 4 уронил. Поднял тогда 22 в рывке и 27 в толчке. Не поверите, я в 5 классе был уже и весил всего лишь 29 килограмм. Все считали, что я буду маленький, то есть буду выступать где-нибудь в среднем весе, там, порядка, допустим, или полулегком, 69, там, 77, ну, не более того. Но получилось так, что и, в принципе, спустя год своих тренировок я выступал в категории 34, то есть в 6 классе я выступал 34 килограмма. Я поднял в конце года 42 в рывке и 55 в толчке. То есть уже, в принципе, неплохие были килограммы. Выиграл, это раньше было первенство Дальнего Востока среди детей до 16 лет, я их выиграл. Вот, с результатом 37-55, как сейчас помню, в Биробиджане. Это моя первая поездка была куда-то далеко. Вот, и так оно потихоньку оно пошло. В 7 классе я выступал в категории 42 килограмма. Ну, как бы ничего не предвещало для того, что я буду выступать в категории 105. Но буквально, когда пошел переходный возраст, то есть с 12 до 13 лет, я перешел сразу по несколько категорий, получается, я с 42 перешел в следующий год в 56. Ну и все, потом 69 и поскакал. Единственное, что когда начал, то есть я выиграл первенство России, первое свое, 46 категорий, потом второе я выиграл первенство России уже с неплохим результатом, я выполнил мастера спорта, мне было 13 лет, выиграл. Это был отбор на первенство Европы по детям до 16 лет. Тогда Николай Алексеевич Колесников пришел только, возглавил юношескую сборную, пригласил меня на сбор, тогда взял, это первый мой сбор был. Но повезти на чемпионат на Европу по детям он мне не мог, потому что раньше был такой жесткий критерий, ехали только кому 14, 15, 16 лет, я был слишком маленький, понимаете. И вот так получилось, что, конечно, на сборах я добавил туда хорошо, то есть мог, в принципе, бороться с категорией 45, то есть за лидирующие там позиции. Но поехать не было возможности. Потом в осеннюю Россию я начал, когда расти, выиграл в 50 килограмм. И когда пошел переходный возраст, я начал очень сильно, быстро набирать собственный вес, рост начал расти вверх. Естественно, результат не успевал, то есть за набором веса. И, конечно, получается, с лидирующих позиций я отлетел за тройку даже. Далековато за тройку. Всегда где-то в районе там, в десятке держался. Бывало даже и дальше, один раз был 13-м на России, потом категория была такая самая сумасшедшая, но тем не менее. По результатам мастера спорта, кстати говоря, до 18 лет России было.
Тяжело было, и травмочки преследовали, вот, и то, что вот не мог войти в призы, даже в призы, после того, как я весь год всех выиграл на России, я 4 года не мог войти в призы, и спустя 4 года, через 3,5 года, я в самое близкое занял место 4-е, но уже в категории не 46, не 50, а 85. И поднял я уже 140 в рывке и 175 в толчке. И уже весной следующего года я выступал в категории вот также 85. Это юниорская была Россия. И мой последний год по юношам. Тогда раньше был юноша до 16, а тут сделали уже тогда до 17 лет. То есть повысили возраст юношеский. Я поднял на России по юниорам 155-186. Установил два рекорда России в толчке и в сумме. То есть, ну, юношеские рекорды. Но Россия это была юниорская. А категория у нас была самая такая вот, самая сильная, в принципе, по результатам. Я стал с таким результатом только пятый. Представляете? И то получилось так, что один парень, Харитонов Гриша, такой очень сильный парень был, у него вылетело плечо, травму получил, то есть он в рывке 160 поднял, во втором упражнении 196 начинал, травмировался, и вот так вот как-то потом не смог, конечно, вернуться, к сожалению. Ну, так бы, если его подними, я был бы только шестым. Вот. И летом, как раз по своему возрасту, была спартакиада молодежи, ее среди учащихся. И я наконец-то, то есть ну, там, правда, еще получилось, так в упорной борьбе, выиграл, поднял 154-191 с двумя рекордами России, отобрался кое-как. Мне еще хотели обыгрывать 196, представляете, по юношам, какие были килограммы результаты. Слава богу, выиграл, завоевал путевку на Европу. Ну, а так получилось, что там, точнее, на первенстве Европы среди юношей результаты были не такие большие, как в России. И я начинал порядка килограмм по 15 меньше упражнений, чем мои лучшие килограммы, и я уже выиграл. То есть мне тут было достаточно поднять даже на порядок меньше. Но я поднял немного поменьше, конечно, на Европе. Я еще и подгорел, волновался, но я выиграл по первыми подходами. Вот. Самое суть чего разговора в том, что когда я выиграл Россию в 2001 году и взойти на пьедестал, даже не то, что на любую ступень, ну, не на первую ступень, даже на любую ступень. Я смог только спустя 4 года. Конечно, было тяжело, много раз посещали мысли все это и бросить. Ну, как-то все получалось, когда терпел, находил в себе какие-то силы, желания. Как это за потихонечку так рос, рос, рос. Ну и мелькими шагами я добрался до пьедестала снова. Ну и потом уже, конечно, когда уже вес более стабилизировался, результаты уже были более подходящие, конкурентоспособные, скажем, в этих категориях. Соответственно, уже все время где-то на пьедестале ты находишься. Конечно, не всегда, далеко не всегда, к сожалению, на первом месте, но тем не менее, место на пьедестале есть возможность занимать. Норматив мастера спорта я выполнил в 12 лет, как раз получается спустя 2 года, как я пришел первый раз в спортзал. Причем выполнил я выступал в категории 42. То есть у нас такой был турнир имени Галактионова. Вот, в Хабаровске проходил. И первому тренеру Владимир Михайлович Железнов у меня тоже повез в категории 42 килограмма. Как раз я всегда так и говорил, у меня такая любимая фраза. Или высказывание, правильно сказать. Все ребята, кто пашут летом, они осенью все добавляют. И очень хорошо добавляют и вес, и результат. Ну, я вам скажу, честно говоря, и это не просто какое-то там высказывание, это на самом деле данность, это есть правда. Потому что, как правило, летом, когда очень жарко, в зал совсем не хочется ходить, хочется где-то отдыхать, загорать, то есть купаться, там, я не знаю, ну все что угодно, только не тренироваться. Потому что душно, то есть невозможно. И вот я думаю, что один из больших плюсов, то что я тренировался всегда летом, то есть когда маленький был подросток, я всегда летом тренировался. Все где-то разбегаются, где-то там куда-то уезжают, где-то отдыхают, еще что-то. А я все время летом всегда тренировался. И как раз тот лето, я очень сильно хорошо, конечно, отпахал тогда. Не скажу, что я много за лето добавил, потому что летом как бы добавить, как бы на самом деле очень сложно. И как только наступила осень, у меня на самом деле буквально через месяц-полтора добавился вес килограмма на 2-3. И результат у меня так спрогрессировал, то есть очень прилично. Я поднял тогда в категории 42 килограмма, опять же, давали по 4 подхода тогда детям. И я поднял, у меня был лучше 52, я поднял в рывке 62. То есть, хотя на тренировке я там один раз как-то там 57 порвал, вот.
один раз. И начинали мы на соревнованиях. Письмо заказано было, я сейчас помню, 52. И он такой говорит, давайте 55. Это хорошо, хотите, давайте 55. Он такой, ну порой 52, я 52 поднял. И он говорит, хорошо, давай, 55 поднимай, идем 57, я 57, хлоп, и за голову. Он такой, что это такое, е-мое, тележь подход, опять тележь подход, ну, ругается на меня. Я говорю, Владимир Михайлович, давайте 60. Он говорит, как 60 пойдем? Ты 57 смазал, иди 57 поднимай. Я говорю, давайте 60, я вот вас прошу, давайте, прям вот чувствую и порву. И пошел 60 порвал. Еще подход остается, но еще можно 62 подойти. Я думаю, почему, попробую. Ну, как у меня вот, что есть, не могу сказать, что я сильно боялся весов. И у меня как-то и пошел, и 62 получилось поднять. На самом деле, просто очень точно сработал и поднял. И в втором упражнении в толчке я поднял 75. Толчок 77 не толкнул, правда. То есть, даже 60 не хватало, чтобы поднять, это 60-75, 135 надо сумму набрать. Я даже набрал 137. То есть, я выступал в категории 42, а кандидат был норматив только категории 46 килограмм. Понимаете? И я, получается, я выполнил норматив для мастера спорта, то есть, будучи в категории 42. И меня включили в состав команды спорта, это я в Приморский край выступал. Приморского края. И мы поехали на Россию. Прямо первая была Россия во Владимире в 12 лет. Я приехал на Россию и поднял я там. В первом упражнении не совсем удачно выступил, конечно. Я также взвесился, там, по-моему, сейчас 41-700. Тогда еще был главный тренер сборной России по юношам Овсет Овсетов, потом которого играл и Азербайджан, еще где-то, не знаю, где он сейчас работает, с кем. Ну, как бы тогда он работал со сборной России. Вот. Я поднял 57 в рывке с весом 41-700. И 62 два раза ходил, два раза я ронял, к сожалению. А во втором упражнении, говорит, давай на 77 поднимем, поднимать, потому что за счет пока нет мастера спорта, надо 77 обязательно поднять. Ну вот я 72, 77 и 80, правда, взял на грудь, не встал. И Овсетов, как мне, не знаю, насколько это правда, не буду утверждать, но мне тренер рассказывал, что, который меня там возил, что он меня приглашает на сбор, то есть хочет взять, а там сбор, когда был после России, там дней 10 такой небольшой, коротенький. Но я, поскольку я ребенок, мне, конечно, хотелось бы поехать, но меня никто не оставит, потому что кто со мной поедет обратно, то есть, ну никак не получается. Ну все, я в итоге поехал домой. А дома у нас были соревнования, там, скажем так, ну, турнир, определенный турнир, в конце года, перед Новым годом проводится. И на этом турнире я по врывке хорошо сработал, я поднял 65, в той же категории 42, и толкнул эти же 77. Понимаете? А на России рывок почему-то, не знаю, хорошо шло, но что-то немножко не получилось. И я стал я четвертый на первом месте России, на 4 место. Я выиграл 5 и 6 по собственному весу. А подними эти 62 и 80 толкни, и в итоге я по сумме двоеборья я был бы так же набрал 142, как и второе и третье место. И я их вошел бы по собственному весу. То есть, понимаете? Вот, такая вот история. Конечно, мне жалко было, что остался без медали. Но мне было только 12 лет, это мой первый был старт. И вот второй старт у меня уже был, конечно, более удачный. А мастера спорта я выполнил буквально вот, если в октябре я выполнил кандидата 2000 года, то в 2001 году мне буквально только исполнилось 13 лет. Это прошло ноябрь-декабрь. 7 месяцев прошло, и я поднял мастера спорта в категории 46. Я поднял 70 рывок и 87 толчок. Тогда был мастер спорта в категории 46-157. Вот я как раз синхронника и собрал. Вот так. А то, что касается норматива уже более высокого, мастера спорта международного класса, то тут, конечно, я к нему очень долго шел. Ну, почему долго шел? Потому что медленно рос сначала, а потом начал очень быстро расти. То есть маленькую категорию мастера выполнил. И потом, когда быстро рос и выполнил мастер спорта международного класса, таким образом, я выиграл чемпионат мира по юниорам. Раньше так было, что кто выиграл чемпионат мира, именно чемпион мира по юниорам, присваивается норматив мастера спорта международного класса. Это в 94 я его выиграл, но это был 2008 год, то есть мне уже было 20 лет. Получается, я, если от кандидата к мастеру спорта шел 7 месяцев, то от мастера спорта к мастеру спорта международного класса 7 лет, получается. Но в конце года, правда, 2008, я уже перешел в более тяжелую категорию, в 105 килограмм, в которой сейчас я нахожусь. И я уже собрал сумму ровно 401, как раз на килограмм больше, чем сумма
нормативы мастера спорта международного класса. То есть, в принципе, я его так уже собрал. Ну и сейчас, в принципе, собираю эти килограммы. Поначалу я не знал, скажем так, мировых величин спорта. До 2000 года, наверное. И мне, конечно, смотрел, все ребята, которые поднимали у нас там 100 килограмм и больше килограмм. Помню, там один раз, когда приехали, раньше вот в Хабаровске было СКА, спортивный клуб армии, и приезжали там вот с Хабаровска, сильная всегда команда, там эти всей России там спортсмены призывались. И там пробывали, проходили военную службу. И вот приезжали на Дальний Восток, и помню, там был такой тяж Илья Смолкин. Он там, по-моему, поднял тогда 172-го, 212 толчок. И смотрел, думаю, ничего себе, как это много. Ну, правда, супер тяжело подымал. Но потом получилось так, что я эти килограммы сам поднимал в категории 94 килограмма. Ну, правда, спустя много лет, но тем не менее. А потом, конечно, у меня первый кумир, который у меня был, хотя кумиром, говорят, быть не должно, но тем не менее, человек, который меня прям вдохновлял на что-то большее, это Халил Мутлу, турецкий тяжелоатлет. Это первая такая мировая величина, которую я увидел, услышал и смотрел, как он установил рекорды Европы, мира, потом как он выиграл на Олимпийских играх, он выступал. Да, это была третья Олимпиада у него, вот, но он выиграл ее с рекордом мира 138,5, там 168, то есть там в категории 56. Это было что-то невероятное, что-то сверх, там что-то такое. Это, конечно, очень сильно вдохновляло. Ну, а сейчас, то, что касается сегодняшней тяжелой атлетики, я могу назвать массу ребят, на которых стоит обратить внимание, и смотря как они поднимают, берешь для себя что-то новое и понимаешь, что есть к чему стремиться дальше самому. Я начал переходить в категорию 105 в 2008 году. Сегодня уже 2018, то есть тоже, в принципе, вот первый мой старт был в категории 105 в ноябре или декабре 2008 года, а уже сентябрь 2018. То есть уже практически 10 лет без малого. Там 9 с копейкой, 9-10. А максимальный вес 105 для 105 я так и не набрал. То есть надо, чтобы весить на тренировке 109-110 рабочий вес, чтобы там придерживать и 105 уступать. Как бы я ни ел, как бы ни старался набрать вес, самый максимальный вес, который я взвешивался с утра перед завтраком на голодный желудок, там у меня был два раза за все время, 107 килограмм 700 грамм. Это вообще, то есть это прямо самое большое. И вечером как-то раз я взвесился, прям там наелся, прям воды напился, думаю, ну все, сейчас я 110 взвешусь наконец-то. Взвешиваюсь 109 600. Е-мое, не добрал, я чувствую, у меня уже все, живот полный, я уже больше некуда уже. А утром опять 106,5. То есть то, что съел, все, естественно, вода и все это ушло. Вот. Поэтому сейчас то, что категория 102, ну, вводится новая категория, она для меня самая оптимальная. То есть мне не нужно будет пихать себя, как-то пытаться наесть. Я спокойно, я так и буду вести 104-105 килограмм и просто придерживать в категорию 102. То есть это для меня на сегодняшний день это прям, ну, самый оптимальный вариант. То, что касаемо таких, скажем так, силовых показателей, это тяги, приседания, то на пределы я, в принципе, никогда не хожу. Да, конечно, тягу я толчковую 300 килограмм делал, то есть, ну, несколько раз тяжеловато, правда, было. Но это единичный случай, так основного я тягу так не делаю. Моя самая лучшая тяга, которую я считаю, когда я в самой лучшей форме был, это 290 на 3 раза. Приседания 270 на 5 раз, 275 на 4, 280 на 3 приседал. Больше я, чем 280, никогда не подходил. Вообще. Потом на груди 240 на 3 раза приседал, 245 на 2. То есть, если сравнить с ребятами, которые у нас есть, спортсмены 105, многие ребята приседали больше, чем я. Ну, у всех, скажем так, качество, как и в цепи подъема штанги, у всех разные. То есть, кому надо больше приседать, чтобы килограмм понять, кому-то меньше, то есть, у всех по-разному. Вот, а тяга, как бы, тягу, да, вот, в тяге я, в принципе, считаю 293 раза, это, в принципе, не супер, но это неплохо. А что касаемо классических упражнений, рывок, толчок, то лучшие мои показатели в рывке на тренировке 196, а в толчке 232.
235 я дважды подходил на тренировки, брал на грудь, один раз в 2012 году, один раз в 2014. Ну, с груди, к сожалению, не зафиксировал. Жимовой шунг я делал 190 на 3 раза, 195 на 2 со стоек. По, в отдельном упражнении, допустим, если другим по другому пути взять, вот я на грудь плюс шел жимовой, 190 я делал, конечно, но без запаса, но больше тоже не подходил. С груди толчок у меня лучший 240 на 2 раза и 251 на раз. Причем 251 толкнул в 2012 году, а 240, как раз вот я вот 235, когда взял на грудь, из груди не удержал, немножко не точно, я просто второй подход не подходил, 235. И мне так стало обидно, что я же, блин, я же хорошо толкаю с груди, но почему я уронил? Я пришел в зал, давай толкать, и толкнул 200 на 2, 220 на 2 и 240 на 2. Ну это прям четко так попал. И я думаю, что именно в тот момент, когда я ее опускал ее на грудь, она меня сбила. Это, конечно, форма была замечательная, очень сильная. Я думаю, я ей получил серьезную травму, в результате которой потом мне пришлось сделать еще и операцию, которая в итоге привела меня к операции, после которой вот пришлось длительное восстановление. Слава Богу, что вот сейчас я уже смог вернуться. Мне пока еще не самым лучшим результатом, но тем не менее этого хватило, чтобы занять верхнюю ступень пьедестала почета. Но самое мое любимое упражнение, честно говоря, одно из любимых упражнений, это подъем на грудь плюс жим стоя. То есть не шум жимовой, а именно жим. То есть одними руками берешь на грудь и жмешь вверх. И меня лучше показали в этом упражнении 150 килограмм. Но есть человек, который, на которого стоит обратить внимание, тот, который вне конкуренции, в принципе, я считаю, в нашей категории. Он, будучи еще когда тренировался, Дима Клоков, он показывал, у него показатель был самый высокий. Даже я не знаю, кто из тяжей сможет повторить это. Подъем на грудь, жим 180 килограмм. Просто жим. Это феноменальный показатель, честно говоря. Так что есть к чему стремиться. То, что касаемо сборов, как я уже говорил, что первый раз на сборы поехал в 13 лет. Ну, скажем так, до возраста 17 лет я не так много времени проводил на сборах. В силу того, что я, опять же, немножко отстал в результатах от всех остальных ребят. Вот. Не был лидером, к сожалению. То, что уже более, так вот, скажем, в юниорском возрасте, с 17 лет, вот даже юношеский возраст начался уже последний год. И вот до юниорского, до молодежи, считай, до 24 лет, в принципе, я очень много времени проходил на сборах, что, в принципе, поспособствовало росту результата, который позволил мне вывести на европейский и на мировой уровень. То, что мое личное мнение, любой спортсмен, чтобы его вывести на определенный уровень, его нужно держать на сборах, с ним нужно работать. И нежелательно не чтобы он сам находился на сборах, а чтобы он находился со своим личным тренером. Потому что когда спортсмен находится на сборах, за ним смотрит то один тренер, там присматривая, закрепит, то другой тренер, то сам тренируется. И получается, что, понимаете, у каждого тренера свое видение технических качеств, там, каких-то определенных навыков, не знаю, силовых показателей. То есть, ну, у всех представления о технике разные абсолютно, и о физических показателях спортсменов в целом. Поэтому, когда тренируют разные люди одного и того же человека, получается непонятно, что получается. То есть в итоге теряется спортсмен, он не может добрать те килограммы, которые он бы мог добрать. И причина этому, она абсолютно понятна. Это когда ты, говорю, тренирует много людей, с этого вряд ли что-то хорошее может получиться. Ну, конечно, бывает индивидуумы, да, но тем не менее, что более, как показывает практика, качественная работа и более высокий результат показывают спортсмены те, с которыми тренера сидят, вот малышей взяли их и с ними работают. Пример это можно привести и Александр Иванов, Артем Акулов, вот Рим Ахмедович, то есть он просто с самых малышей, но тут все везде с ним, то есть, и поэтому он вывел его на мировой уровень, он чемпион мира, там, призер, чемпион Олимпиады детской, доказательный чемпион мира по юниорам, то есть у него регалий очень-очень много, то есть, и заслуга в этом, конечно, Артема безусловно, потому что он был на огромный объем работы, но и в то же время у него есть тренер,
который помог ему этого всего достичь. И таких примеров можно еще много приводить, как бы и тот же Вихор Архипович, который вывел Чигишева Евгения и Константинова Рому, тот же Казбек Дзалоев, у которого очень много спортсменов мирового уровня, призеров Олимпийских игр. Нужно еще массу тренеров привести, которые очень такие заслуженные, выдающиеся тренера, выдающиеся личности, которые они на самом деле, они жертвуют своим личным временем, они не проводят время со своей семьей, со своими детьми, а находятся на сборах ради того, чтобы вывести спортсмена на результаты, чтобы работа была, скажем так, оправдана. Естественно, будет ли оправдана работа, зависит уже от спортсмена, как он реализует свои, скажем, показатели, которые сможет ли поднять на тренировке, соревнования, что он делал на тренировке или нет. Ну, а по-другому, я вам скажу, что по-другому на самом деле очень сложно. У меня немножко по-другому получается, потому что я в основном в сборах находился один. Вот это вот тоже много минусов с этого. Да, есть какие-то определенные заслуги, есть какие-то определенные результаты, но я считаю, что если тренер все время находился бы со мной на сборах, ну, к сожалению, не получалось. Находился временами, но не все время. Было бы толку больше. Это лично мое мнение. Поэтому, как бы спортсмены ни говорили, что я могу сам, я все знаю, кто-то говорит, это значит, толку с этого не будет. У меня так получилось, что один раз в 2007 году так получилось, что я провел на сборах примерно около 10 месяцев из 12. Да, конечно, продуктивно, в принципе, работал. Я тогда стал призером Европы по юниорам, там, призером России тоже тогда по юниорам стал. Но, опять же, я очень мало времени находился на сборе с тренером и получал травмы в силу своей, скажем так, глупости определенной там, или юношеского максимализма, который я мог бы при помощи тренера обойти. Понимаете? И это вот эти вот вещи, они все тормозят результат. Поэтому путь к успеху, когда работает тренер, спортсмен в тандеме, вместе, всегда, а подчеркиваю именно всегда. Кстати говоря, хочется обратить внимание слушателей по поводу сбора, то, что я рассказывал, что до молодежного возраста, до 20 лет, я много времени проводил на сборах. А после, то есть я вышел уже в мужскую сборную, я стал меньше проводить время на сборах, и причина на тому не то, что мое нежелание находиться на сборах. Ну, у меня появилась, я была жена, появился ребенок, который тоже я вынужден, ну я обязан, не вынужден, я обязан выделять время. А сейчас у меня уже трое детей, у меня дочка и два сына. Жена, конечно, там с ними воюет, но она терпит, она меня поддерживает. Это, конечно, очень сильно помогает. И на сборах провожу, конечно, времени уже меньше. То есть я провожу времени уже непосредственно перед стартами. А так между сезонами находиться, чтобы поддерживать форму, я просто не имею такой возможности. Потому что у меня есть и домашние обязанности, у меня есть еще дети, которые тоже хотят внимания, которых нужно воспитывать, растить. Это я обязан это делать. Вот. Но единственное, что я могу сказать, то, что я более ответственно все это использую. Я каждый день стараюсь использовать с пользой, а не просто провести его на сборе, когда я его провожу на сборе. Время отдыха на сборах, оно на самом деле, с чем мы занимаемся, это любимое занятие. Бильярд, настольный теннис, нарды, если они, конечно, есть. Ну или просто банально отдыхаешь, там, где-то прогуляться по территории базы. То есть ничего такого сверхъестественного не могу отметить. Когда находишься дома, то, конечно, на выходные, то есть, обязательно провожу с семьей. То есть, надо уделить время деткам, потому что все неделю в суете, в работе, тренировки. И детям, конечно, не уделяю достаточное внимание. Только утром отвел садик, там, кто-то в школу, вечером, то есть, забрал. То есть, вечером чуть не время проводишь. А вот выходные, стараюсь им. И не всегда, конечно, получается, но делаю все возможное для того, чтобы провести больше времени с детьми, чтобы как-то это, немножко это компенсировать. Вот. Поэтому в основном, когда я нахожусь дома, я провожу время с семьей в свободное время. И очень этому рад, потому что это на самом деле, когда становишься чем старше, понимаешь, ценности меняются, и понимаешь, что самое дорогое, что у тебя есть, это вот твоя семья, твои дети.
Мне нравятся в России, честно говоря, две базы, от которых я просто вообще в восторге. Вот. Это, конечно, Таганрог и Руза. Две базы, которых прям находишься там. Там и питание такое хорошее, и, ну, и спортивные сооружения, то есть такие пропитаны духом тяжелой атлетики. Нам тренироваться намного комфортнее, чем где-либо. То, что касаемо еще остальных баз, это вот город там, Чехов, либо Сочи, в Кисловодске, правда, это, и там это очень огромную спортивную базу построили, я там ни разу не был, правда. Вот, мне вот очень нравится тоже еще вот Сочи, мне нравится именно восстановительный центр, он там огромный восстановительный центр, и он очень нужен для спортсменов, особенно для тяжелоатлетов, потому что в любом случае присутствуют микротравмы, где-то там мышцы перегружены, там можно какие-то всякие процедуры поделать, чтобы мышцы расслабило, распустило как-то полегче, чтобы ничего не болело. Или даже какие-то там надрывы, травмочки, все это можно поправить. Но вот единственное, конечно, вот не могу сказать, что питание плохое, но как-то лично вот мне оно как-то не подходит. Я думаю, что, наверное, даже многие ребята со мной в этом будут солидарны. То есть потому что тяжелоатлетам нужно немножко питание, немножко по-другому должно построить. Не как для всех остальных видов спорта. А вот именно что касаемо того же Таганрога и Рузы, это именно специализированные базы, которые направлены именно узкой направленности для тяжелой атлетики. И там вот именно даже продукты питания подбираются именно таким вот образом, что нужно, необходимо для тяжелоатлетов. И поэтому как бы это тоже очень сильно имеет свое значение. Ну, что касаемо любимых своих блюд, что я могу сказать? Я всеядный. То есть конкретно такого, что конкретно так сказать, что вот я вот люблю вот именно вот это, я такого не могу сказать. У меня жена готовит вкусно, в принципе, поэтому то, что приготовит, то я как бы ем. Поэтому конкретно что выделить, честно говоря, не могу. Это все очень просто. Аминокислоты, БСА и обязательно сывороточный протеин. Конечно, хотелось бы где-то и углеводы протеин употреблять, но в силу того, что у меня и так имеется, допустим, некоторый лишний вес, а углеводный протеин он провоцирует и так, скажем так, набор веса и, соответственно, и лишний вес. Поэтому как бы я никак вообще не употребляю углеводный протеин, только сывороточный. И настоятельно рекомендую, не афишируя какие-то там, скажем так, бренды. Не могу говорить, потому что каждый выбирает сам. Но моя настоятельная рекомендация спортсменам и тем, кто будет смотреть видео, ребятам, что не экономите на, скажем так, на спортивных добавках, потому что вы, конечно, есть разница купить протеин, допустим, сывороточный можно тоже килограмм за 1000 рублей, а можно купить протеин там за 3000 рублей, там 4. Но не вы, можно где-то среднее что-то найти. Вроде бы то и то сывороточный протеин, но просто разные производители. И многие говорят, что платишь за бренд. Ну, немножко совсем немножко по-другому, потому что, да, за бренд, конечно, приходится переплачивать в любом случае. Но и качество сырья, оно отличается. Потому что чем лучше качественное сырье, тем, соответственно, ценник от этого растет. Ну и плюс, конечно, бренд, естественно. Поэтому моя рекомендация, как бы, что на этом не стоит жалеть. Потому что если вы будете на этом жалеть, если вы будете употреблять протеин, да, он может быть некачественный, от него будет толк, но от него будут побочные действия. Самое, что это пагубное, это могут образовываться всякие там солевые отложения в почках, там, допустим, там как-то жировые отложения на печени, то есть в желудке там слизь будет скапливаться, которая будет об этом отхаркиваться. То есть много всяких разных моментов, которые потом они могут это начать проявляться, которые в итоге приводят к не очень хорошим последствиям. Но, конечно, это если принимать на довольно-таки длительном времени, ну, если кто-то там чуть-чуть тренируется, это, конечно, не будет так заметно. Но кто более профессионально занимается, то есть нужно как бы относиться не только как бы принятому употреблению спортивного питания и тренировкам, но и просто к своему здоровью в целом. Это все взаимосвязано. Сравнить, допустим, протеин, чтобы было всем понятно, или даже не обязательно протеин, а просто что-нибудь там,
спортивное питание. Вот один тоже, допустим, литр зависимости спортивного питания, но один стоит такие же граммы, там, 500 рублей, а другой там стоит, там, 2000 рублей. Вроде бы одно и то же, и одна и та же масса. Зачем я буду переплачивать, я возьму это. Чтобы было понятно, ну, машина же тоже, она также, вот вроде бы Лада Калина машина и Мерседес машина, да? В принципе, одно и то же. Ну, на Мерседесе-то ездить приятнее и более качественно. Да, если ломается, он реже. Также это, в принципе, это хоть грубый пример, но также это и складывается на спортивном питании. Вот. Ну и на чем угодно можно привести, также на тренировочном процессе, кто как тренируется, какой отдачи. И все в совокупности складывается в результат. Самое замечательное соревнование, которое мне запомнились, я вам скажу, это, конечно, для меня самое значимое, это чемпионаты Европы, чемпионаты мира, это безусловно. Там юниорский мир, я был на взрослых чемпионатах Европы, юниорских, юношеских. Но самое запоминающее для меня, вот честно, это Кубки президента России, президента России, в которых я участвовал в 2011-2013 году. Организация на таком уровне высочайшем, просто, именно с очень замечательным там звуковым сопровождением, с освещением, то есть подбираются места, так оформление спортивных сооружений, количество зрителей, то есть видеосъемка с разных ракурсов, то есть видеоповторы, то есть все это делается, трансляция, естественно, также и по Евроспорту, да, помню, что. Но просто на другом уровне проводится, что, честное слово, зрители просто в восторге. Это получается уже соревнование, это огромный праздник, вот прямо вот. Столько эмоций, ты выступил, и тебя эмоции так переполняют, что тебе хочется еще раз выступить. Сделать все, что угодно, лишь бы еще раз выйти на помост. Прям просто супер, здорово. И вот мне, честно говоря, хотелось бы, не знаю, как-то пожелание или просьба тяжело сказать, да, хотя даже, может быть, и просьбы, чтобы вот наша федерация вот обратила на это внимание, и вот эта же федерация проводила, на себя брала ответственность для проведения такого огромного масштабных мероприятий, Кубок президента, который проводился 5 лет подряд. Чтобы они на таком же уровне, с такими же требованиями, вот проводили вот все соревнования. Тогда я считаю, что уровень тяжелой атлетики именно вот в зрительских симпатиях, он настолько вырастет, что можно будет продавать билеты на всякие категории, то есть для просмотра. Как это было в Белгороде. Вот, кажется, вот первый Кубок президента проходил в Белгороде. Я думаю, блин, в Белгороде там, в принципе-то, не так развита тяжелая атлетика, и спортсменов там не так много. Они такие сильные, что вы там, я даже не знаю. Не могу так сказать, что кто там в Белгороде, ребят сильные. Но было решено провести именно в Белгороде. И проводили его во дворце спорта Хоркиной. Дворец обалденный, красивый, просто. И там просто переоборудовали, сделали такие прям вот сцену, вот там выход, с одной стороны трансляция на дубль протокола, с другой стороны видеоповтор, идет с разных ракурсов камеры, когда человек спортсмен поднимает. И зрителей, зрительских мест было, 6, 8, я перечитал специально, 800 зрителей, 847 мест зрительских. И самое что интересное, билеты стоили на каждую категорию осмотреть 100 рублей. Место стоило. Я думаю, да, в городе спорт, этот вид спорта не очень популярный. Еще и платные билеты, думаю, наверное, вообще народу вообще не будет. Вы не поверите. Там битком было, на все категории раскупили билеты еще за несколько дней до начала турнира. Везде охрана, пропускной такой режим, никто туда не мог попасть на те соревнования. Там было еще больше желающих, то есть люди стояли в проходах, там везде, там репортеры, они не могли даже пробиться, то есть туда вниз, к помосту. Это вообще, на самом деле, настолько круто провели, это столько эмоций не передать. Я вот искренне хотел бы, чтобы вот так проводились все мероприятия. Вот это пример, который подала Федерация тяжелой атлетики России, как можно проводить соревнования, на каком уровне их можно проводить, и как можно привлекать, в принципе, в спорт людей. Я очень люблю играть в бильярд.
Настольный теннис, который мне нравится. Хобби только то, что касаемо спортов, скажем так, немножко других, которые меня не так связан. Это и на горных лыжах катание. То есть я не катаюсь на горных лыжах. На самом деле, я давно не катался. Но мне очень нравится. То есть не на сноуборде. Сноуборде я пробовал. Чуть разломал доску. Практически там ушел. Что-то не захотел дальше учиться. А вот на лыжах неплохо получается. И мне как бы очень нравится. Именно на лыжах. Черта, которую, допустим, можно меня характеризовать, если одним словом, это упертость. Потому что в жизни мне, вот вроде бы даже простые вещи, абсолютно простые, вот, ну, элементарно взять, перевести, что-то взять, допустим, нужно, и положить в другое место. Просто вот элементарно, да, вот кажется, ничего особенного. Я же могу возьму, уроню, потом подумаю, еще все это рассыплю, потом это соберу, как бы все в кучу это сделаю, аккуратненько все сделаю и положу. То есть приходится там вот так все это. Это как элементарный пример. Но в жизни вот люди, которые меня знают, спортсмены, которые меня знают, могут много, скажем так, привести примеров, как бы я привел грубый пример, который характеризует меня именно вот то, что я сказал, потому что все в жизни получается, мне приходится преодолевать трудности. Ну, скажем так, если изначально, раньше меня это сильно прям тяготило, думаю, да что такое, вроде все элементарно, вот мне приходится вот терпеть, нужно упираться. Ну, со временем я понял, что, возможно, как это говорят люди там, я в это хоть и не верю, типа там аура какая-то у меня такая там или еще что-то. Сам по себе такое в жизни, что мне приходится терпеть. Ну, я стал к этому более спокойно относиться, и трудности, которые, кажется, мне приходится преодолевать, я как настраиваю, что я должен сделать то, что для достижения цели. И эти трудности, которые возникают, я не должен сделать что, чтобы их преодолеть. У меня просто нет другого возможности. Ты можешь это не делать, можешь отказаться, все это бросить, а можешь взять, потерпеть и сделать все, что от тебя зависит. И вот поэтому не хочется терпеть, потому что цель сильнее. То, что касаемо соцсетей, то в принципе в соцсетях я в принципе вообще там не сижу. Вот. В Инстаграм, конечно, есть, но нету времени, чтобы им заниматься. Да и, честно говоря, желания так особого, честно говоря, нет. Но захожу, конечно, смотрю, просматриваю, там, что ребята там выставляют иногда. Где-то оцениваю. Ну, конечно, у меня вот любимые каналы, которые мне нравятся, это все, что связано с тяжелой атлетикой. То есть агонисты, так, Международная федерация, так, ИФНЕТ, то есть Федерация тяжелой атлетики наша. То есть все эти, скажем так, аккаунты, которые связаны с нашей тяжелой атлетикой, где отображаются последние новости мировых, скажем, величин в нашем виде спорта. Естественно, все это просматриваю. Ну и, конечно, стараюсь, если возможность есть, своих оппонентов тоже где-то наблюдать, кто как тренируется, потому что, ну, не все выставляют, выкладывают свое видео, кто как что-то поднимает. Ну, есть, которые выставляют, конечно. Comedy Club. Comedy Club — это вообще много, даже, в принципе, не то, что моя любимая передача. Раньше передача у меня была еще любимая, когда была наша Раша. Много, в принципе, наверное, целый сервис, еще людям целиком, даже помню, даже практически наизусть, настолько она мне нравилась. Ну, это будучи в юниорском возрасте. А вот Comedy Club, вот тоже много сценок всяких разных, особенно что касается Гарри Харламова, с Гариком Мартиросяном, я там кастинги всякие, ты кастинг, там и все такое. Очень нравится их юмор, конечно. Конечно, он грубоватый где-то, может, где-то пошловатый, но я считаю, это современный юмор, и он как бы, ну, что мне, как бы он интересен. То есть мне нравится, мне это веселит, забавляет. И с радостью, при возможности, конечно, посещу их, когда где-то она получится, так что они будут находиться в это время, где я в городе где-то рядом. Я обязательно посещу и схожу, чтобы послушать и посмеяться и в реальности. Я думаю, что одно из неудачных выступлений я мог бы назвать это соревнование, которое Кубок Сахалинской области.
которая мне запомнилась на самом деле. Когда я был в неплохой форме, ну, давно не выступал, это было давненько, правда, несколько лет назад, я должен был показать неплохие килограммы, а у меня просто не получалось. То есть, вот меня куда-то тянет, у меня куда-то что-то так не получается. И в итоге я получил даже нулевую оценку. В итоге. Такое было. И еще одно, наверное, неудачное свое соревнование, которое мне хочется отметить. Вот это вот масштаба России. Когда перед чемпионатом России, это, наверное, более такой пример, самый, наверное, хороший. Или, точнее, нехороший. Который проходил турнир чемпионат страны в Грозном в 2014 году. Вот форма, когда была просто, ну, невероятная. У меня была форма, это не передать, супер. Ну, оторвал мозоли. Оторвал мозоли на тренировках перед соревнованиями. Я не знаю, почему так получилось. Я сорвал одну, там, или две мозоли. Сначала одну, потом другую. И я до самых соревнований их лечил, там, что-то там мазал, все подряд. Вроде бы подзалечил. Прихожу в зал разминки. Разминаюсь, мне нужно было поднять, там, по-моему, 140 кг порвать, то ли что, не помню. И я вот ее вырываю, и у меня отлетает эта мозоль, вторая мозоль и еще какая-то третья мозоль. Ё-моё, я думаю, как так возможно? Я понимаю, что рвать с сорванными мозолями, это, ну, просто очень сложно. То есть, это, я прям по-грозному иду такой, аж чуть слеза не окатывается, думаю, господи, ну почему же так? Я же вот столько тренировался, я сделал столько усилий для того, чтобы брать такую форму. Я терпел это все. Почему у меня такие препятствия? Что же делать? И вот не знал, с чего ждать травка. Набрал там по аптекам всяких там тоже мази, чего-то. Но при этом сегодня было дня три еще. Я вот 3 дня в зал не ходил, вообще штангу не трогал. Прям мазал. И думаю, что делать? Но все равно вижу, что как бы мозоли они не заживут там быстро. Причем сорвал так прилично. Причем на маленьком весе, то есть ничего не предвещало. Просто брифы были очень колючие. И в итоге, вот как если на чемпионате страны, вот во втором упражнении в толчке, когда я замотал руку, мозоль сорвал, и если кто видео может посмотреть, я намотал жесткий бинт на руку и замотал, чтобы она не мешала немножко. Вот принцип такой же я сделал на чемпионате страны в Грозном. Потому что я понимаю, что если она будет так, она будет меня очень сильно отвлекать, и поднимание будет очень сложно. И я вот так замотал обе руки. Это было смотреть, подходит Александр Иванович, это был главный тренер, подходит, что это такое? Я говорю, ну вот так вот. Он говорит, а как поднимать будем? Я говорю, так и будем поднимать. Но в итоге я тогда еще показал неплохой результат, как бы я поднял 187 в рывке, то есть с сорванными мозолями. Тогда, конечно, ну я был готов поднимать 190, даже может чуть-чуть больше, возможно. Ну, когда мозоли сорваны, начинаешь зажиматься. То есть уже все, то есть уже держишь штангу, то есть уже обращаешь внимание так, чтобы не сильно давило на мозоли, как-то там, ну, что-то пытаешься что-то сделать. На самом деле это мало помогает, но просто зажимаешься, в любом случае ты уже движение получается не такое полноценное, вверх совсем не проходишь. Начинаешь коротить, и получается вот эти вот ошибки на соревнованиях. Вот сейчас в Ростове-на-Дону с весом 175 кг. Принцип такой же самый. А в толчке мозоли уже не мешают, абсолютно. И мне там ничего уже, эти мозоли мне было уже все равно, они мне не мешали. Я был очень хорошо готов в толчке, и я поднял только 229. Причем 225 я начинал, 225 смазал, то есть я набросил себя, упал, сбросил, пошел 229, потому что мне надо, мы посчитали, что я, чтобы выходить на второе место, нужно 229. Но мы ошиблись. Мы думали, что Вася Полонников тогда поднял 225, а он 226 поднял, и нам нужно было 230. И Бетенев только говорит, не надо 229, надо 225 поднимай. Сейчас, не дай бог, что заналим, сейчас ноль. И так начали много. Либо в тройке, либо ноль. По-другому никак. Он говорит, не надо нам ноль. Я говорю, значит, будем в тройке. Ну и пошло 229, я их поднял. И в итоге мы набрали троем по 416. Вася раньше было, никто раньше сумму наберет, а по собственному весу. И получилось, что Полоняков был легче меня. То есть он меня обходил, а Бартинцев Ачиев был тяжелее меня. И получается мы втроем 416 набрали и разослись так, второе, третье и четвертое место. Ну вот, я, конечно, пошел 232, еще был подход. То есть я мог их обойти,
Потому что Давид Биджанян пошел 232 толкать, он толкнул. И мне нужно было 232 толкать, чтобы выходить вообще, то есть с третьего на первый я выходил. Я ее взял на грудь и отпустил вперед, при вставании уронил. То есть, ну я должен был, то есть в принципе форма мне позволяла. Если в рывке мне мешало что-то, в толчке это уже не оправдание. У меня просто не получилось. Вот по-честному. Немножко, как говорится, обкакался, вот так, если по-честному признаться. Ну и Давид уже, когда в ранге чемпиона, там пошел 241 и толкнул, и установил рекорд, новый рекорд России. То есть там, конечно, он даже с 32 бы я толкнул, конечно, я бы занял бы второе место, но в любом случае для себя, подняв эти килограммы, Давид добавил бы столько, сколько нужно для первого места, и он бы меня обошел. Вот. Это для меня было, конечно, очень сильно меня расстроило, потому что все, что происходило вот именно во время соревнований, потому что все эти мозоли перед соревнованием, что все что-то мешало, я не мог понять, что же такое. Ну, возможно, где-то в жизни я поступил совсем правильно, я на что сделал не так, может, кого-то обидел. И я вот верю в то, что за все свои поступки рано или поздно приходится отвечать. То есть какие-то препятствия в жизни будут возникать в любом случае. Тем более, что мне и так нелегко все дается, я в особенности. Вот. А самое запоминающее выступление, которое мне прям очень сильно запоминающееся, я могу сказать их несколько, но, наверное, самое выдающееся – это Кубок Президента 2013 года, когда у меня родился второй ребенок, сын. Когда мне нужно уезжать на сбор, я запланировал, что вот я пообещал жене, что пока она не родит, я никуда не уеду. Она говорит, ты мне обещаешь, я тебе говорю, обещаю. Ну, нам назначили срок рождения ребенка в начале октября. Я думаю, ну как раз один сбор за свой счет, один сбор за счет сборной России. И вот как раз два сбора, форма уже была неплохая, ну, приеду в хорошей форме, и вот будет хорошо. В итоге у нее получается, она не рожает. Уже середина октября, она не рожает. Я уже понимаю, что уже 20 ноября, я уже понимаю, что на сбор за свой счет я уже не успеваю. Я думаю, хотя бы на такой сбор успеть. И в итоге 28 октября она родила ребенка. Я же с дочкой был, находился, она в роддоме была. Я туда с ней, нужно было что-то помогать, я постоянно с Холмска, между Сахалинск, мотался туда-сюда. И чувствую прям форму, которая была хорошая, я ее подрастерял. А у меня еще-то бабушка была живая, Царство Небесное, к сожалению, которая меня вырастила. Мне нужно было еще приехать тогда, заехать в Сахалинск, приехать в Приморский край, ей там что-то помочь. И потом уже идти на сбор. Но вот она как-то родила, я сразу в Пирбет полетел, помог там бабушке там что-то сделать, то, что нужно было. И встретились, и поехал на сбор. И вот на сборах я вот первую неделю прям вот... Александр Иванович приезжает, говорит мне такой, ты тренировался? Я говорю, да, тренировался вроде. Он говорит, ну, видно, что я потерял за неделю килограмм 5 собственного веса. И так тяжело стало, это вообще кошмар. Но, тем не менее, я вот за неделю прям пропахал, прям сильно, все заболело, все заныло, но я прям, скажем так, гиперкомпенсацию какую-то врубил, прям вот, прям терпел, пахал. Ну, потому что, скажем так, форма она была, она никуда не делась, просто нужно было есть, спать, тренироваться, максимально комфортные условия создать, и оно, организм, как бы, он все равно это, все это вспоминает, конечно. Просто, единственное, когда это делалось слишком быстро, это чревато травмами, и самочувствие будет не самое лучшее. И в итоге я поднял 185, я потом порвал, по-моему, 100 плюс 300, 220 толкнул. Нелегко, конечно, это все это сделал. И потом две недели я вообще ничего не делал. Я просто там проходил, разминался, чуть-чуть там приседания, тяги, там, может, 140-150 там рвал, 160 даже не рвал, наверное, 180-190 толкал, все, больше я вообще ничего не делал. А Диманов Андрей, мои соперники, и Тимур Наниев, я видел, что они как бы покрепче, но на порядок. Андрей там 185 рвет без лямок, 220 толкает. Тимур там 180 рвет на два раза, без лямок. Он, по-моему, раз порвал, раз не порвал, потом второй поход порвал на два раза. И 220 тоже легко толкает. Но я вижу, что они оба крепче, чем я. Причем, ну, прилично крепче. И я такой думаю, блин, сложно. И как-то получилось, так из базы поехал в Чехов приезжаю такой. И, знаешь, что у меня жена хотела ювелирное украшение, браслет. Сдавали за первое место $5000. За второй 3, за третий 2 тысячи долларов призовые. И видел, говорю, можно подключить какие-нибудь браслеты там, в ювелирном магазине. И девушка такая показывает, там, по 20-30 тысяч. Я говорю, есть какие-нибудь такие дорогие, какие-нибудь красивые такие.
А на работе есть такая показ, там браслет, по-моему, стоил, если не ошибаюсь, в районе 90 тысяч рублей. Он такой из цельного золота, желтого. И как бы с белым золотом, с этими, с фианитами, как называется, таким камушком. Ну, красиво очень смотрится. Я говорю, если я буду брать скидку, сделайте. Она, да, сделаю, сколько там, то ли 15, то ли 20%, то есть со скидкой, говорю, 72 тысячи. Я говорю, вот, я такой, знаете, я в этот момент сам себе пообещал, если я выиграю кубок президента, хотя я знаю, что мне сделать это крайне сложно, практически, ну, на сегодняшний день мало кто мог поставить на меня, что я, именно я выиграю кубок президента. Я говорю, тогда я сделаю все, ну, это все для того, чтобы приехать, там в Москве, в Бархатинку кубок президента, там не так далеко, я пообещал, что сам себе, как говорится, перед восходом, что я обязательно куплю этот браслет и подарю ей. Потому что как раз между, допустим, там первым и вторым местом, как раз разница в сумме, как раз именно этот браслет со скидкой, если брать. И в итоге, ну или там третьим. И в итоге что получилось? И в итоге приезжал на кубок президента, а я сказал, что я, может быть, если я приеду, ну, допустим, куплю не я, а, допустим, какая-то девушка, но вы запомните, что он скажет, что да-да-да, хорошо. И когда в день, когда выступление, на соревнованиях я прихожу просто, видимо, я не знаю, может, так-то как-то сложилось все. Вот то, что вытерпел, то, что когда пока жена родила ребенка, пока там все это помогал, это, как-то пока на сборе чуть побыл там, как-то нам все это сложилось, вот все эти вот эмоции, я прям не знаю, я вот на помост, когда я выходил, зашел в зал, посмотрел на помост, зашел в зал разминки и чувствую, что вот сегодня штангу взял в руки, сегодня я буду поднимать. И я прям чувствую, что сегодня прям это мой день. Вот такое редко бывает, когда приходишь в спортзал и на соревнования, и тебе прям все прет, все летит. Такое бывает, конечно, но это бывает крайне редко. Может быть, раз в год, раз в два года, там, может быть, даже раз в четыре года такое может быть. Ну, такие моменты бывают, но очень редко. В основном, когда приходишь, все тяжело, так, ну, надо поднимать, и другого варианта нет. Сегодня соревнования, все. И это был такой день, когда она просто летела. Я был рад поднять, повторить 105-220, а я поднял 187-226. Все подходы я использовал, все попытки, поднял обалденные килограммы. Это, в принципе, лучший мой международный результат, то есть на международных соревнованиях. 187-226, это лучший килограмм. На российском уровне 187-229, а на международном 187-226. Вот. И это самое запоминающееся. И самое, что интересное, я купил этот браслет и подарил его жене. И когда я рассказал ей об этом, как получилось так, что именно его, при каких обстоятельствах, конечно, она была, и это очень ее тронуло. Ну, вот такая вот история. На самом деле, практически все спортсмены, они не любят говорить о своих травмах. Но я расскажу о своей самой, но сам травм как бы было приличное количество, но вот самая серьезная травма, в которой, опять же, виноват я сам, я так считаю. Потому что и вообще в целом вина спортсменов, 80% это вина спортсменов в травмах. То есть в основном так. То есть редко, когда бывает, тренер посылает, и тренер ошибается, приводит на травме. В основном именно травме приводит, то есть вина спортсмена в большинстве случаев. Ну, как бы это так и есть. Это даже трудно спорить, я полностью в этом согласен. Вот лично моя травма, самая большая, это мест позвоночной грыжи у меня было. Ну, многие начинают пугаться, вот грыжа, да, знаете, в принципе, грыжи в повседневной жизни есть у многих людей, которые даже не имеют никакого отношения ни к тяжелой атлетике, там, ни еще к чему-то. А грыжа заработала эту по своей глупости. Опять же, вот когда вот я даже вот поднимал 240 на два раза, я вот больше чем уверен, когда вот я опускал на грудь, вот именно тот момент я и компрессионный удар диска, представляете, какой кусок килограмм, вот тогда все это и началось, которое в итоге так получилось, что привело меня на операционный стол, к сожалению. Но тем не менее, я смог преодолеть эту трудность, и вот сейчас потихоньку встаю в строй, и надо прогрессировать и набирать. Поэтому хочу предостеречь спортсменов, что обязательно нужно прислушиваться к тому, что говорят тренера, и убедительное
даже не пожелание, а просьба. Не толкайте с груди большие веса на два и более раз. Нужно поднимать, желательно, то, что поднимаете с груди, нужно просто взять на грудь и поднять с груди. А именно вот эти вот толчки со стоек, которые, в принципе, они необходимы, но они необходимы для, я считаю, отрабатывать технические качества определенные. Кода посыл там не очень хорошего, кода там разножка хромая, то есть не очень четко, кода со включением там что-то не так. Да, нужно отрабатывать на весах до 70%, пожалуйста, толкайте. Что касаемо более 70%, нужно обязательно берешь на грудь, толкнул и опустил. Не нужно опускать типа, много раз на грудь. Я так раньше делал, и это мне привело к не очень хорошим последствиям, которые пришлось преодолевать. Поэтому я настоятельно рекомендую не поднимать со стоек большие веса. А единственное, могу подчеркнуть, есть которые стойки, на которые вот штанга лежит. То есть, как его грубо как помост, но при которой поднимается. И ты между ними подходишь, прям тык, снял, поднял, толкнул и бросил. Вот с таких можно поднимать, конечно. Главное, чтобы не опускать на грудь. То есть, чтобы ты опять взял, опять на грудь, толкнул, опустил, опять взял. То есть, так можно. Главное, не опускать на грудь. Потому что все, что опускаете сверху, это компрессионно так, по позвоночнику, именно по пояснистому отделу. Потому что у всех тяжелоатлетов, кефсихострелдорс, прогиб поясницы, то есть, у всех раскачана ягодичная мышца, прогиб поясницы. И получается, когда вы опускаете штангу вверх, снизу сверху вниз, получается компрессионный удар, и вот это ваша поясница, ну, вот так вот шпок, и позвонки ваши, они туда внутрь их давят, шпок, и соответственно диски межпозвоночные, они просто начинают сдавливаться очень сильно, что приводит к нему повреждению, разрыву этих дисков, и начинает влазить желеобразная эта жидкость, которая находится в межпозвоночном диске, как проще говоря, грыжа. Поэтому вы можете этого избежать. Конечно, совсем избежать всех травм невозможно, но если вы будете соблюдать необходимую технику безопасности и уберегать себя от таких вот вещей, травм будет намного меньше и достичь результата определенного, как можно более высокого, будет намного легче. Потому что всех спортсменов тормозят не неудачные тренировки там, или, не, скажем так, какие-то что-то там тяжелые тренировки в тренировочном процессе, а только травмы. Потому что травмы нужно сначала залечить, пока ты залечиваешь, потом тебе нужно будет добрать до той формы, которая была, а потом двигаться дальше, если какая-то опять травма не случится. То есть не от всех травм можно вообще в принципе оправиться. И либо даже если оправиться, то выйти на тот результат, который вы могли бы выйти, или тот результат, который вы поднимали или показывали. То есть не факт, что вы сможете это сделать при наличии травм. Поэтому самый оптимальный вариант – беречь свой организм. Чем ближе к своему организму относитесь, соответственно, тем он дольше будет вам служить хорошими выступлениями. То, что касаемо травм, растяжения различные, ушибы, там, микротравмы различного уровня, там, растяжение мышц, все что угодно может быть, от этого никто не застрахован. Но, как правило, лучше это предостеречь, чем лечить. Я могу вам рассказать несколько способов, как этого избежать. Самое основное средство, которое не делает практически никто из штангистов, делают это, знаете, я вам скажу, процентов, наверное, 10-20, ну, может быть, от силы 30, да, 30 даже не делают. Процентов 10-15, я думаю. Разминка. Все приходят в спортзал и хватаются за штангу. Нужно обязательно растираться, разогреваться, там, разминка, там, ОФП, растягиваться. То есть разминка должна занимать до того, как ты начнешь работать со штангой, хотя бы минут 20, а желательно минут 20-30, то есть растянулся ты, там размялся уже, то есть немножко там, может, даже подкачался чуть-чуть, и мышцы уже будут горячие, чтобы ты немножко вспотел. Когда организм, ты уже от разминки немного остыл, значит, у тебя кровь уже, то есть температура тела уже повысилась, кровь уже разбежалась, то есть все, можно приступать к тренировочному процессу. И это минимизирует шанс
получить микротравму или травму более серьезную. Но если вдруг так случилось, что получила какая-то там травма, то, естественно, травмы бывают различных конечностей, там, и частей тела. То есть все рассказать подробно, это займет очень много времени. Но в любом случае, самое верное средство – это, конечно же, сбавлять нагрузку именно таким образом, чтобы травмированная часть тела, чтобы минимизировать на нее нагрузку. А если, конечно, идет подготовка к соревнованиям, а нагрузку сбавить проблематично, нужно уплотнить нагрузку таким образом, чтобы было дискомфортно, но не больно. Если делать, что уже больно, то есть это уже ведет еще к боли, то есть ты травмировал, ты еще усугубляешь это все дело. Ну и, конечно, противовоспалительные средства, которые необходимо принимать, это при травмах, при ушибах, это необходимо. То есть и обязательно после еды на голодный желудок никакие противовоспалительные средства принимать нельзя. Ну, естественно, конечно, физиопроцедуры, массажи, то есть все это в совокупности, оно поможет. И закачка. Это, конечно, анатомия. Вот анатомия человека. Это необходимо просто не только спортсменам, но, конечно, и тренерам. Потому что, чтобы знать, как напрягаются мышцы, как их можно растянуть, как их можно сделать сильнее, это там, конечно, это не пропишут, но в любом случае тренер, многие тренера, которые более, скажем так, научно подходят к тренировочному процессу, они даже технические какие-то направленности или всякие различные упражнения делают так, чтобы работали именно те мышцы, которые необходимы для подъема штанги. Особенно у нас два упражнения – это рывок и толчок. Кажется, на самом деле кто-то скажет, что это глупость или еще что-то, но я могу с уверенностью сказать, что это на самом деле далеко не глупость. Вот книга, которую мне тоже нужно почитать, это «Правильное питание». Правильное питание, сбалансированное питание, которое должно быть качественный продукт, как это должно быть. Тяжело тебе для этого рассчитать, конечно, калорийность, потому что у нас очень большая энергозатратность на тренировках идет. Но, тем не менее, именно правильно построенная система питания, это тоже ведет к увеличению результата. Однозначно, даже не обсуждается. Ну и, конечно, фармакология. Потому что нужно не так бездумно там, употреблять, допустим, те же там, всякие поливитамины, те же аминокислоты, или там какие-то БСА, креатины, ну и масса всяких других там кудесан, там, для сердца, там какие-то там еще для суставов. Если это все бездумно есть, то не факт, что будет от этого толк. Обязательно нужно знать, как эти препараты делаются, как употребляются, в какое время, после еды, до еды. То есть это вот, на самом деле, это как бы многие считают, что это мелочь, но это далеко не мелочь. И именно вот предмет, даже не то, что как учебник фармакологии, это как предмет фармакологии, именно спортивное питание. То есть много книг там есть по этому поводу, которые я настоятельно рекомендую читать. И многие спортсмены могут много чего интересного для себя извлечь. И те, скажем так, вещи, которые не казались бы мелочами, они поймут, что это далеко не мелочи. И в совокупности все это собрать в кучу, это будет результат, который вы будете показывать на соревнованиях.